Еще вчера здесь кипела жизнь. На этих участках люди готовились к дачному сезону. Сегодня около полуночи планы на лето в буквальном смысле затопило. Почти 450 участков в СНТ «Колос» уходят под воду. Дача здесь, я приехал посмотреть. Когда вы узнали о том, что дачу затопило ваш? Сегодня ночью по социальным сетям ребята передали. Поехать посмотреть, может, что-то спасти можно. Ночью отсюда эвакуировали более 20 человек. В их числе маломобильные граждане и дети, пытались спасти даже животных. Попавших под удар природу увели поближе к ЖД-путям. Там людей ждал транспорт, почти всех увезли к родственникам. Ну что, природа? Чтобы это восстановить, надо много времени, сил и средств. Когда селенга расчистится, тогда и уйдет. Кадры, которые вы сейчас видите, почти идентичны, правда, сняты с разницей в 7 лет. Как вы поняли, подобное в СНТ «Колос» уже случалось. Тогда тоже произошел ледовый затор на селенге. Правда, вода до такого уровня не поднималась. Затопило и соседнее товарищество «Железнодорожник». Там под воду ушли 90 участков. Всего эвакуировали 45 человек. В настоящее время проводится подоворовой обход. Оказывается, адресная помощь, если есть такая необходимость. Проводятся ледозрывные работы с целью устранения затора. А вода еще не прибудет? Нет? Тут прогноз давать сложно. Ситуация такая непредсказуемая, поэтому как бы пока вроде на спад идет слегка. То, что ситуация не похожа на остальные, подтверждает и гидрометцентр. Говорят, проблем добавила теплая весна. Повышенный фон температуры воздуха весной определил раннее разрушение ледяного покрова на реках. Весенний ледоход на реках начался рано. В стороне Ашуркова-Сотникова там лед скопился и подтопило. Ситуация нестандартная. Но жители затопленных СНТ подозревают, что, возможно, к происходящему причастна не только природа. Просили загодя эти работы провести, бесполезно. А взрывать начинают выше по течению. Смысл какой? Вчера мы здесь были, вечером воды не было. Вечером выше по течению взорвали, сегодня все утопило. Из подвала откачиваем воду, а что делать? Весь урожай, там картошка и все остальное, там все заготовки, все выбрасываем сейчас. По словам специалистов, раньше лед не взрывали из-за статуса селенги. Она главная артерия Байкала. Подобные способы экологи не приветствовали. Лед приходилось пилить. В этом году пошли на крайние меры. Накануне специалисты произвели 3 взрыва, а сегодня 2. После последнего ледовый затор отошел от СНТ «Академик». Может быть, целесообразнее было еще одну бригаду попросить, чтобы они начали со стороны Ильинки уже как бы взрывать. Отсекать. А у нас промышленные подрывники, которые там на шахтах работают, их можно задействовать, Александр Александрович? Я, в принципе, думаю, можно. Но... Сегодня на момент подтоплено порядка 600 приусадебных участков. Несколько домов жилых с выходом воды уже на уровень выше пола. Продолжаются работы по подрыву льда, по очистке русла реки. Есть снижение уровня определенное, но требуются дополнительные работы в районе Еловка-Татаурова. Такие работы с сегодняшнего дня уже ведутся. Уже завтра постоянно проживающие жители затопленных участков начнут получать выплаты по 10 тысяч на человека. Компенсация будет в разы выше для тех, в чьих домах вода достигла уровня пола или окон. С местными жителями уже встретились, со всеми будем открытый диалог. То есть можно обращаться в прокуратуру, председателям СНТ, железнодорожник СНТ «Колос». Работы по подрыву льда продолжаются. Специалистам необходимо ликвидировать 3 затора в районе Вознесеновки, Ашуркова и Еловки-Татаурова. Когда вода опустится, жителям бесплатно предоставят тепловые пушки, а также топливо для их работы. Обещают продезинфицировать участки и восстановить электроснабжение. Министерству транспорта поручили восстановить размытые дороги. Александра Фишева, Санджи Шакжан, телекомпания «Аригус».